Я говорю, она меня сразу перепугала, я собрался на 200 процентов с ней, короче. Думаю, да, ну, она просто не расслаблена, била, как пацан на тренировке, да? Вот, блин. 11.5, для меня это хорошо. Я там лёд там, по всей площадке. Знаешь, меня когда это стимулирует нечто, я начинаю, короче, играть очень хорошо, агрессивно. Собран очень. И мне это нравится. Я, прикинь, Коля проиграл 11.5 и 11.5. Но он там корик и начал лететь, то ни одну подачу не кинет. Хотя сам уже понимал, что надо, короче, это, левой стороной раскручивать его подачу. Я не думал, у шарика видно? Да, видно. Все пытается их, короче, совсем там на столе играть. Пытается их кучу на столе играть. В зону не уходить. Держите мяч на столе. Ну не все же сейчас, короче, любят игру на столе. А, коротко на столе? Не, ну вообще, допустим, против шиповиков на столе же сложно играть. Там он, короче, с бильбарсом играл, тут с длинным шипом. Тот говорит, держи мяч на столе. Ну, в смысле, не отходи в зону. А с ним же сложно, как шипы и там. Бить. Двумя руками? Показал одно, сделал другое.
Оп, все. А вы что, сюда не ходите? Да. Группе есть? Не ходит? Ну, молодец. Очень неудобно забить за вот так. Саш, отсюда неудобно забить. Вот так как колено нормально стоит? Что я потом не брось? Нормально? Реакция есть. Деньги были. Сколько? 7 бьет. Сейчас ты выиграешь. Улетим, короче, назад на поезде с ними. Что там Кирилл, когда свой был Кирилл? Не скоришь? Кистью, да? Плотно. Кистью только пишу. Если бы я играл на зарплату,
Это реально похудел. Тоже хочется бросить, да, наверное, 15. Я стоял на каком посту? Есть. На посту? Вообще не ел что? Или ел? А что это? Зелень какой-то? Где мои банки? 40 дней это? 40 дней, что ли, поступили? Да. Все 40, да? Да. Выпиши рецепт мне. 7 апреля, ой, 7 по 24 апреля, да? Марка, 24 апреля. Последний товарищ. 6 листов. Что ты сколько сбросил? 12? 15. Ты что, легче себя чувствуешь? Ноги, наверное, быстрые, да, встали? Занимайтесь, трудитесь. Поехали. Я здесь пообедаю, здесь спать. У тебя потом не дела? Стрелку поставил.
Завтра вообще все дали добрые книжки, вот такие. Заяц, так и все. Это подача на входящее? Входящее кусок. Значит, нельзя так выдачи. Ну смотри, она прямо, сейчас не понимает. Видишь, как она? Ну она, видишь, все равно она здесь нормальная. Если да? Когда прям мама ходит, тогда нельзя. Нет, это она прямо. В тот же момент она имеет дурное вращение. Это веешь, да, ты подал? Мне надо просто менять руки. Ну, у девочек.